Всем привет! Сегодня пришла посылка. Это Bluetooth динамик, Bluetooth колонка. Заказывал я ее за 31 доллар с чем-то, можно сказать, даже 32. Такая дорогая колоночка. Вот, но было интересно. И нужна колоночка дома. Вот решил заказать именно вот эту. Так, она должна быть у нас вроде с двумя динамиками. И, как я понял, она прорезиненная. Зеленого вроде цвета. Так, китаец постарался, запаковывал. Ну, как-то сильно резанул. Да, китаец молодец. Дошла она где-то дней за 30. Ну, в общем, даже можно сказать, долго шла. Вот такая, значит, колоночка в пакетике. Коробочки. Вот такая должна быть, зелененькая, отмечена. Что у нас тут написано? У нас тут размеры. Ну, я думаю, вам не интересно. Размеры. Цвет. Ну, она может воспроизводить microSD-карты, USB. Воспроизводит MP3, VMA, WAV, PFLAG. Имеется FM радио. Ну, выбрал я, кстати, из-за того, что в ней есть еще FM радио. Можно просто поставить и послушать радио. Так. Вот такая колоночка. Коробку немножко подплющила почему-то, вот эту дополнительную. В этой коробочке USB на микро USB и два джека. Джек-джек. Ну и инструкция на нашем любимом китайском языке. Мне кажется, пора уже выучить его. Так, берем. Я думаю, это неинтересно. Так, интересно сам динамик. Все-таки не дешевый. Не то, что до этого я заказывал. Так, вот. Так, это пленочка, надеюсь. Да, это пленочка. Снимем ее. Так, вот такой динамик. Так, и здесь пленочка. Вот, теперь все сняли. Ну, на ощупь такой прикольный пластик. Или он прорезиненный, она. Линейный вход. Микро USB, наверное, для зарядки. Не, наверное, а точно. Микро SD карта и USB вход. Так, давайте включим. Та-да-да-да. Сверху можно принимать звонки. Здесь есть микрофон. Сверху, значит, управление Bluetooth. Bluetooth FM радио. Визуально, вот был вроде бы нормальный парень, да, там. Так, есть часы. Или это, наверное, будильник какой-нибудь. Так, часы есть просто. Режим часов. Вот. Если выучу китайский, пойму, что значит вот эта подсветочка. И есть перемотка вперед-назад, пауза, ну и ответить на звонок. Так, ну давайте Bluetooth. Интересно было, как же оно с Bluetooth дружит и как будет воспроизводить.
Так. Ну, наверное, что же это из этого может быть? Давайте вот это. Подключается. Ну, также есть другие расцветки. Не знаю, почему я это выбрал. Ну, просто понравилась веселая расцветка. Так. К этой не подключилась. Может быть, что-то зажать надо? Да-да-да-да. Как же тебя найти? Колоночка. Эх, вообще непонятно. А, есть на английском. Ну, от этого легче не становится. Так, ну давайте попробуем, может быть, Beats. Странно, что если бы она называлась Beats. Может быть, вот это? О, отлично. Оказывается, я не то подключил устройство. О, играет на полную. Так, давайте протестируем. Вот средняя громкость. Так, это перещелкивание идет песен. Это пауза. Как громкость. А вот можно на ней громкость менять. И можно. Ну, скажу, неплохо, неплохо по громкости. Вполне достаточно для комнаты небольшой. Ну, вот, в общем-то, такая колоночка. Здесь два динамика, или даже три динамика. Точно уже не помню, вроде два. Вот, на ощупь тактильный пластик, или он прорезиненный. Ну, собрано довольно-таки качественно. Посмотрим, как оно в эксплуатации. Здесь прорезиненные ножички. Будем эксплуатировать, тестировать, смотреть, как она работает, сколько она работает. Вот. Если понравилось, ставим лайки, подписываемся на наш канал, вступаем в нашу группу.